Госдума сегодня рассмотрит вопрос о продлении амнистии капиталов еще на полгода, до конца июня 2016-го. Профильный комитет уже рекомендовал Палате принять документ. Напомню, о необходимости увеличить сроки в послании к Федеральному собранию заявил Владимир Путин. По мнению президента, предложенная в прошлом году процедура оказалась сложной, а гарантии недостаточными. Именно поэтому бизнес не стал массово пользоваться этой возможностью. Также в повестке дня Думы приостановка действия договора о зоне свободной торговли с Украиной. Депутаты могут рассмотреть законопроект сразу в трех чтениях. Документ был внесен президентом в связи с тем, что с 1 января вступает в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Законопроект призван защитить интересы наших производителей. Трехсторонние переговоры в формате Россия-Украина-ЕС ни к чему не привели. Никакие юридические обязывающие документы, которые бы сняли вопрос, волнующий Москву, подписаны не были.